Мне хотелось бы обратить внимание на то, что вот где я сейчас содержусь, это ПКУ СИЗО 2 Нагорно 22, где находится УСИН по Кировской области. Начальником учреждения там является некий Горбунов. Вот. В данном изоляторе меня пытают, посадили меня там в самую плохую камеру, где там черви, бежит вода, окна не открываются. Медицинскую помощь мне там не оказывают вообще. Вот. Не снимают швы, не делают перевязки. Чтобы мне даже там окно открыли, мне пришлось разрезать себе живот. Только после этого они соизволили мне открыть окно. В данном учреждении, самое важное, они отправляют мои документы. То есть я 29 числа отправлял ряд заявлений в прокуратуру, в Следственный комитет. Данные бумаги у меня не отправляют. И сказали, что отправлять мы у тебя ничего не будем. Ты должен понимать, что у тебя потерпевший сотрудник УСИН. Ну и, соответственно, отношение к тебе будет соответственное.